Уважаемые жители Алматинской области, как вы знаете, в связи с введенной в стране чрезвычайной ситуацией, вокруг города Талдыкурган установлено 4 санитарных поста, в работе которых активно участвуют и волонтеры региона. Они по очереди привозят дежурным горячий чай, продукты и все необходимое. Пользуясь случаем, от себя лично и от имени всех жителей области выражаю искреннюю благодарность всем нашим волонтерам. Прошу не забывать, что главная причина установки санитарных постов – недопущение распространения опасной коронавирусной инфекции. Сегодня каждый гражданин может внести свой существенный вклад в прекращение распространения вируса, строго соблюдая правила безопасности и без острой необходимости не покидая свои дома. С 28 марта карантинный режим будет усилен в городах Нур-Султан и Алматы. В связи с этим мы также будем укреплять принимаемые профилактические меры, чтобы как можно скорее локализовать эпидемию. Поэтому, уважаемые ЖТСуйцы, ради своего здоровья и здоровья своих близких оставайтесь дома. Благодарю за понимание и поддержку.